артисты стоят красиво на сцене, Кьяра и Вероника. Вероника, красиво артисты на сцене стоят. Все, все вспомнили, что они артисты. Сегодня у нас очень большой серьезный концерт. Мы надеемся от вас получить хорошую поддержку аплодисментами. И сейчас я приглашаю выйти первых объявляющих наших. Поступает в подготовительную форму.
Thank you.
поручено зачесть, но, может быть, пару слов добавлю. Уважаемая и дорогая Юлия Кузьмина, от всех родителей, всех поколений родителей, потому что здесь не только мама и папа, но и бабушка, дедушка, мы выражаем вам глубокую признательность и благодарность за ваше профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость, воспитание наших детей. Все присоединятся к тому, что я говорю. Вы прекрасны. Не все наши дети, присутствующие здесь, принявшие участие в сегодняшнем концерте, свяжут свою жизнь. Но для всех первый из музыки. Вы всегда встречаете нас с улыбкой и хорошим настроением. На занятиях при помощи музыки, звуков движения вы формируете у детей навыки правильного понимания и восприятия прекрасного. То, что так благоприятно влияет на развитие наших детей, развивает у них общую физическую и музыкальную культуру. И вы учите наших детей соответствовать душой и открытостью. Вы нам подарили прекраснейший момент для музыки и художных песен. От строгого органа до сказочного мира. Тот мир очень нам интересен. За это большое спасибо от нас. Хотим пожелать вам всем вместе, чтоб только счастливые в жизни у вас. Огромное, большое человеческое спасибо за труд, человечность, сердечность, доброту и все, что вы делаете для наших детей. Мы родители детей подготовительного хора. Ура!